Опять шумит наша чинара. Каждый раз, когда над кишлаком бушует гроза, старики приходят ко мне, беспокоятся, спрашивают, устоит ли наша чинара, не спалит ли ее молния. А что я могу сказать? Когда-то мой дед говорил, пока чинара шумит своей листвой, будем жить и все мы. Но дед мой давно умер, а чинара шумит. Вот уж под этой чинарой состарился и я. Выросли мои дети, внуки, а чинара шумит. Воюет с бурей. Люди ждут, что я скажу им, как будто я какой-нибудь мудрец. Посмотрите, сколько ветвей на нашей чинаре. Сколько у нее листьев. Как глубоко уходят в землю ее корни. Вот поэтому я отвечаю людям так же, как говорил мой дед. Пока чинара жива, будем живы и все мы. Это говорю я. Это же скажут мои внуки и правнуки. Их дети и дети их детей. Жизнь нашей чинары и наша жизнь неразделимы. Да может ли сгореть такая чинара? Конечно, хитрил мой дед. Он не собирался жить вечно, а род наш будет жить долгие годы. Вроде нашей чинары. Ага. И не сломит его никакая буря. И ты знаешь почему? Корнями своими он ушел глубоко в землю. Только у меня одного, столько внуков, что правнукам я и счет потерял. Это, кажется, нам. Похоже, поздороваться хотят.
Здравствуйте, Ачилла. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй. Я к вам. А? Там в степи, где новый канал, мы сажаем виноградники. Но земля там плохая. И я хотел с вами посоветоваться. Плохой земли не бывает. Хозяин бывает плохой. Извините, Атану, я... А ты кто такой? Что-то я тебя не знаю. А это... Я... У нас новый агроном, дедушка. А, ну хорошо. На обратном пути заеду. Посмотрю, что там у вас. Ну, пока, до свидания. Хорошо. До свидания, дочка. Спасибо вам. До свидания. Езжу с вами и удивляюсь. Везде вас знают. Это, сынок, неудивительно. Я долго живу на свете. Вообще-то да. Но вот каждый вас спрашивает, как и что. Советуется с вами, как будто у вас самая большая должность. Как сказать? Может быть, она и есть самая большая. Какая? Старик. А пока я состарился, кем я только не был. Пас овец, сажал виноград, кузнецом был. Вот за рулем только не сидел. Неужели вам и этого хотелось? Цена человека не в том, что он хотел бы сделать, а в том, что он сумеет и сделает по-настоящему хорошо. Что из того, что я хотел быть шофером? Мало только хотеть. Ну, это-то я понимаю. Я о другом. Интересно, что больше всего хочется старому человеку? Чего больше всего хочется? Босиком побегать по траве, как в детстве. Этого и мне бы хотелось. Ты думаешь, у стариков какие-то особенные желания? Нет, такие же, как у тебя. Как у всех. Дети теперь мои уже выросли. А так же думать приходится. Только теперь больше о внуках и о правнуках. А как же, сынок, придет время, доживешь и ты до внуков. Тоже будешь о них, как и я, беспокоиться. Старость еще будет. А вот детство его не вернешь. Мы идем в ЗАГС.
Сейчас? Завтра. Но ведь ты еще не показал меня дедушке. Ты же из рода Челбува. Да нужен я этому деду. Обойдемся без него. Как это обойдемся? Я люблю тебя. Мне. Идем. У тебя же завтра утренняя смена. Пошли. Вот я и дома. Эй, ты! Брось эти дурацкие шутки! А то, я кажется, сейчас... Идем в ЗАГС. Завтра. У нас гость. Здравствуйте. Здравствуй. Вот видишь, я и приехал. Как написал, я Бектимир. Бектимир Ака? Вот здорово. Что ж мы стоим? Садитесь, пожалуйста. Ну, как вы, мама? Получше сегодня. Ну, рассказывай, как ты тут живешь? Нормально. Счастливый, как и все. Вы садитесь, пожалуйста. Мама, она согласилась. Мы с Хадией завтра идем в ЗАГС. Ой. Я пойду подогрею чай. Ну вот. Очень похож на отца. А невеста что делает? В этом году кончает училище. Какое? Наше, медицинское. Будет работать в шахтерской больнице. Сейчас там как раз практику проходит. Ну, значит, у вас свой врач будет в доме. Она вас вылечит. Надеюсь. Мама, а вы чаю выпьете? Нет, нет, сынок. Бектимир Ака, садитесь, пожалуйста, к столу. А как вы живете, Бектимир Ака? Да тоже, наверное, как все. Только вот стареть стал. Что поделаешь? Вот видишь, потянуло меня в родные края. К тому же тут сын моего друга, ты. Не знаю только, как устроил здесь одинокого человека. Работу дадут? Конечно, дадут. Все дадут. Только вот... Что только? Говори прямо.
Не пустят в шахту после вашей контузии. И я подумал, это же здорово, если фронтовой друг моего отца будет работать в моей бригаде. Мы каждый день с ним будем спускаться в забой. И, может быть, скоро я стану ему таким же близким, каким был мой отец. Когда они вместе ушли на фронт, отцу было столько же лет, сколько сейчас мне. Думает ли он сейчас об этом? Но не это важно. Важно другое. Что он приехал ко мне так же, как приехал бы к моему отцу, будь он сейчас здесь. Значит, для него отец не умер. В чем-то я продолжаю жизнь отца. Кем я буду, когда мне будет под 60. Я-то уж, конечно, не буду одиноким. Это мне не грозит. Но ведь и Биктамирака теперь, кажется, не чувствует одиночества. Молодцы все-таки шахтоуправлении. Пошли ему навстречу, разрешили работать в забое. И ребята его приняли как своего. Мне кажется, что без нашей шахтерской семьи ни он, ни я уже не сможем жить. Я-то уж точно. Акбар-Али, там же люди! Им надо помочь! Акбар-Али! Бегите, Биктамирака! Назад! Бегите назад! Вас убьет там! Бегите! Thank you.
Вы слышали, Челота? В Шадасае на шахте... Все знаю, нечего об этом так шуметь. Может быть, все еще обойдется. Увидим, увидим. Вы говорите, может, не так все страшно? Не знаю, сынок. Может быть, все может быть. Видно, не зря Чинара шумела всю ночь. Я всегда тревожусь за своего внука. Вот и сейчас. Что там с ним? Лишь бы он не остался там, под землей. Он, как и я, рос без отца, учит жизнь таких и долго, и трудно. Что-то ищете, Ата? Ищу? Да нет. Гляжу только. Смотри ты, какой здесь город вырос. Угу. А 3 года назад здесь был только маленький кишлак. Шадасай называли. Это Шадасай есть. Это и удивительно, что Шадасай. А что, дочка, там на шахте спасли людей? Нет еще. Вас туда проводить? Не нужно, дочка, я сам дойду. Спасибо. Скажи, дочка. Здравствуйте. Где моя невестка Шарафат? Почему мне никто не открывает? Заходите к нам, Ачилата, заходите. Выходит, ты меня знаешь.
А я вот что-то тебя не припоминаю. Ну, ничего. Как тебя звать? Зульфия. Зульфия. Ну, а где же Шарафат? Сейчас, Ачилат, а вы пока проходите, а я только чай подогрею. Проходите. А когда Шарафат отвезли в Самарканд? Вчера. Да вы за нее не волнуйтесь. Ну, а те, кого спасли, правнука, ничего не знают? Нет. Бектымир мог бы сказать, но он без сознания. Там невеста Акбарали дежурит возле него. Сейчас я ее смогу там найти? Да, она в больнице. В больнице? Надо ж было случиться такому. Ведь и день свадьбы уже назначили. А теперь вот что будет? Кто знает? То-то и оно. Никто не знает, кого ждет горе, кого радость. Так я, дочка, пожалуй, пойду. Подождите, я вас провожу. Любовь началась у вас с испытания. В любви этого никому не избежать. Ты взрослый, все понимаешь. Дочка, ты должна в него верить. Это поможет ему выбраться на свет. Еще неизвестно, жив ли он. Сейчас к нему нельзя. Бектымира увезли в Ташкент. Трудная операция. Здесь не решились. Плохо, плохо. И здесь тоже ничего хорошего. Все ищут, ищут, не могут найти. Мне, дочка, надо ехать. Куда? Матери Акбарали плохо, надо ее поддержать. Крепись, дочка. Ты здесь у него теперь одна. Я скоро вернусь. Акбарали! Ты
Ты? Дедушка? Это что ж такое? Жив, здоров, а тебя день и ночь ищут, всю землю перекопали. Даже матери своей ничего не сказал, а ее едва живую увезли. Понимаешь, что ты сделал? Дедушка... Как ты здесь оказался? Ты плохо выглядишь. Скажи мне, ты ел что-нибудь в эти два дня? Даже не помню. Я не думал об этом. Что же дальше? Что ты собираешься делать? Может, ты все-таки расскажешь своему деду? Только сначала поешь. Я виноват, дедушка. Тебе надо вернуться в Шадасай. Нет! Я лучше убью себя. Я даже не понял, как это случилось. Это было всего одно мгновение. Мне стало страшно. И я бежал. А вернуться не мог. Стыдно. Что же мне делать, девушка? Что делать? Ложиться спать. Утро вечера мудренее. Свадьбу справляют. Ложитесь на кровать, дедушка. Ничего, ничего. Мне и здесь удобно. Ничего. Что же вы молчите? Дедушка.
Я вот сейчас думаю о твоих близких. О матери твоей, о невесте. Обо всех, кто был с тобой рядом. О Биктимире, лучшем друге твоего отца. Как он? Плохо? Ну не молчите же. Он без сознания, сынок. Значит, плохо. Не только ему, матери. Не надо о матери. Я был у нее. Успокоил, как мог. Хотя не знал ничего о тебе. Говорил, что ты жив-здоров. Спасибо. За нее я больше всего боялся. Ну, ничего. Ничего. Успокоишься, вернешься. Сам обо всем расскажешь. Сам. Все как было. Всю правду. Ты ведь знаешь, там тебя ждут. А как же иначе? Там твой дом, семья. Я не вернусь в Шатасай. А здесь оставаться тебе тоже нельзя. Шадасай тут рядом. Сегодня я тебя здесь увидел. А может быть, завтра вот так же тебя увидят другие. Что ты им скажешь? Сможешь ли посмотреть им в глаза? Вот ответь себе. Что я отвечу? Да, да, вот подумай об этом. Что тут скажешь? Конечно, меня будут презирать. Но, наверное, я достоин этого. Поэтому объяснять ничего не хочу и не буду. Так, так. Вот ведь, оказывается, ты какой. Не хочешь ни в чем признаваться, хотя знаешь, что виноват перед людьми. Значит, и совесть свою хочешь сберечь. И в том, что виновен, тоже не хочешь покаяться, так? Не обращайте внимания на мои слова. Я говорю и сам краснею. Как не обращать? А зачем говорить слова, от которых приходится краснеть самому? Плохие слова, будто камни при дороге, о них все спотыкаются. Ты не знаешь, как тебе быть. Вот и приди с этим к своим друзьям. Они тебя не оттолкнут. Это не зазорно обращаться за советом. Только уж не обижайся. Тебе придется выслушать всю правду. Не обижался ведь ты на своих родных. Они тебя учили в детстве. Ты стал взрослым. Настало такое время, когда семья твоя увеличилась и превратилась в целый мир людей. Ты с ними в родстве. Они помогут тебе. Своим советом. Подумай, о чем я тебе сказал. Только не сейчас. На то есть утро. Понял ли он меня? Трудно давать советы даже в моем возрасте. А привести примеры из моей жизни, для него это далекое прошлое. Вы спите, дедушка? Может быть, рассказать о великой силе товарищества? О том, как мы выручали друг друга во время Джазакского восстания. Для него это школьные уроки, а для меня целая жизнь. Thank you.
Дедушка, вы уезжаете? Ага. Домой? Да нет. А я? Если хочешь, со мной поедем. А? Видишь, через час мой поезд. Беги в номер, возьми мой хурджун из шкафа. Я тебе хотел рассказать о Джизакском восстании. Это было еще при Белом царе. Половину восставших расстреляли, а нам удалось уйти в степь. Вот сюда, на эту землю. Земля. Земля, сынок, может научить многому. И никто так не откроет тебе мир, людей, тебя самого, как земля. Земля учит людей. Это я давно знаю. Когда мы умирали на этой голой земле, первыми умерли те, кто проклинал ее за бедность. Она тогда не была такой, как сейчас. На ней даже верблюжьи колючки не росли. И тогда у нас, сынок, не было ни воды, ни хлеба. В степи нам негде было укрыться. А как вернешься в город? В городе бы нас расстреляли. Наши дети, жены хотели нам помочь. Но казачьи посты никого не выпускали из города. Чтобы не тратить силы, мы улеглись на землю. И будто впервые я увидел ее близко, как лицо моей матери. Стал ее разглядывать, слушать, приблизил к ней ухо. И знаешь, что я тогда услышал? Как растут и шумят деревья. Поднял я от земли голову и чудо увидел, что к нам дети прибежали. Они принесли нам воду. Когда я пил, руки мои тряслись, и несколько капель я пролил на землю. И земля, так же, как и я, жадно выпила воду. Я подумал тогда, у нас с ней одна жажда. А утром в степи мы увидели, что к нам скачут казаки. Это были не казаки, а наши же рабочие. Оказывается, им удалось справиться с казачьим разъездом и переодеться в их форму. И они под видом конвоя проводили нас в Самарканд к восставшим железнодорожникам. В те годы я был кузнецом. Земля подсказала мне, чтобы я стал садоводом. Наверное, уже тогда я слышал, как шумят наши сады. Акбар-Али, поди-ка сюда. Сейчас ты увидишь эти края. Здесь прошла моя молодость.
Акбар-Али, садись. Давай позавтракаем. Дедушка, куда мы едем? Если хочешь, вернемся. Нет. А едем мы сейчас к Амеле. Она тоже моя внучка. Только старше, чем ты. У нее уже сын есть. Никогда не видел ее. Где она живет? На Амударье. Значит, это дочь Алимтая? Ну вот, вспомнил. Он брат твоего отца. По Амударье много лет пароходы водил. А, тогда знаю. Родных нельзя забывать, сынок. На то нам и память дана. Родных забыть все равно, что потерять, а потери всегда горьки. А сама она кто? Как и он. Тоже капитан. Штурман, куда мы на ночь глядя? У нас есть капитан. Будто она реки не знает. Перемещаются здесь мели. Ты за нее не беспокойся. Я за себя беспокоюсь. И, между прочим, за теплоход. Мало удовольствия сидеть на мели и ждать, пока тебя снимут. Оно, конечно, день и ночь. Ночь простоять в порту куда веселее. Ты же знаешь, как фарватер меняется. Днем была глубина, а ночью перекат. А ну прекратите эти разговорчики на борту. Камила, ты понимаешь, что ты делаешь?
10 лет прожили. Я не могу. Ты обманул меня. Капитан, прямо по курсу Мель. Вижу. Камила Алимтаевна, извините, но я догадываюсь, почему вы торопитесь. Вот и хорошо, не надо объяснять. А если посадим наш теплоход, по головке не погладят? Вы не бойтесь, штурман. Я не боюсь. Человек, которого мы возьмем к нам на борт, спешит в Нукус. Будет драться за наше море. За наш Арал. Суденушка у нас не пассажирская. Буксир. Он пропустил пассажирский. И мы должны его взять. Почему? Я люблю его. И хочу ему помочь. Сто тридцать пять, сто двадцать пять, сто двадцать, сто пятнадцать, сто десять, сто пять, сто. Вы решаетесь пройти в тумане? Здесь всегда по ночам туман. Для вас это новость? 85! Стоп! Возите кошку на берег, поставьте судно на трос. Здесь течение бурное. Потянет. Не стоит, штурман. На кошку потратим много часов. Включить большие прожектора! Нужно, чтобы матрос Елисеев подготовил взрывные шашки. Другого выхода у нас нет. Будем взрывать мель. Обычно это делают аварийные бригады. Это обычно. Шлюпки на воду! Шлюпки на воду! Thank you.
пожалуйста. Слушай, Камила, я каждый раз привожу тебе лекарства. Не лучше ли отправить твоего ученого туда, к врачам? Нет. Нет. Здравствуйте, тетя Вера. Здравствуй, доченька. Тетя Вера, где он? Уехал. А когда вернется? Совсем уехал. Чемодан взял. Ничего не сказал? Нет. И адреса не оставил? Нет. Сатар, ты не видел Матнияза? А что случилось? Хозяйка сказала, что он уехал. Совсем. И адреса не оставил. Нет. Я не видел его. Команде занять места по расписанию. Есть. Включить двигатели. Самый малый вперед. Малый вперед. Лево руля. Есть лево руля. Пронесло. Молодец, Елисеев. Так держать. Есть так держать. Вы промокли. Спасибо. Он ждет. Он ждет уже 10 лет. Я думала, что его нет в живых. И вдруг встретились в Нукусе. И как будто не было этих 10 лет. Идите. Я причалю. А вы идите, встречайте.